Чтобы официальные так называемые ведущие СМИ не заявляли, многие ясно понимают, что это геополитическая игра. И США вернулись к своей классической политике сдерживания России. Разумеется, в Европе и у Соединенных Штатов есть союзники, которые придерживаются их позиции. Ситуация вокруг недавней авиакатастрофы была настолько политизирована, что мы не можем установить правду. Уже сейчас экспертам приходится бороться с позицией Белого дома, а ведь Америка – самая могущественная страна в мире. In the world.